Я тебя изи обыграю. Этот видос даже можно, блин, выложить куда-нибудь, не знаю. Изи обыграю. Что бывает, когда тебе в чате напишут изи обыграю? Вот что бывает. Всем привет, дорогие друзья, с вами я, Ксенанс, и сегодня у нас нарезка со стрима, где я наказал хейтера. Именно наказал. Все вы знаете, что наказывают плохих людей, вот я и решил наказать за свой длинный язык вот этого индивидуума. Данный игрок с ником Тарас Бульбич написал мне на стриме, что я играю ни о чем, макро у меня на нуле, микроконтроль полностью отсутствует, и самое главное, что переиграет меня на изи. Самое ключевое слово это на изи. Я решил проверить его и запустил в игру. Был мод All Random, где я обусловил, если не нравится герой, можете сделать репик. Мне выпал Легион, ему выпал Винтер. Его он, конечно же, не репикнул, значит, все устроило. Игра началась, и как обычно, мне толпой сломали лицо на руне. Далее пошла стадия лайнинга, мы стояли мид 1 на 1. Данный индивидуум не умеет даже фармить, не знаю, добивать крипов ему крайне тяжело дается. Зачем вообще таких ребят пускать на мид, или что мешает этим ребятам просто играть на саппорте, я, если честно, не понимаю. Перекрипил я его очень здраво, ну, естественно, это же Легион, но парень на Винтере, в принципе, даже и не собирался меня пытаться перекрипливать, ведь он берет первым слотом сапог под ветки. Видимо, макропонимание ему так подсказало. Ну, а далее начались небольшие ганги со стороны его команды и ответные с моей. А потом он и вовсе решил продемонстрировать свой высокий уровень микроконтроля и решил дать мне плюс 10 урона. Что это сейчас было? Почему он так подставился? Но далее данный персонаж пишет в чат такое. Мол, у него 40 урона, и типа я выпендриваюсь, типа легой было изи в миду и тому подобное. Где я грамотно все расписал о том, что был рандом и он мог поменять персонажа. Плюс не я же бил себе в грудь и говорил, какой я сильный, и на изи переиграю. Ну, а в конце, конечно же, я поставил жирную точку. Ну, что, конечно же, я не очень люблю делать вот такие вот вещи, ребятки, и не рекомендую. Но это чисто вот было прям вот, прям серьезной задачей вот именно написать это, потому что нужно ставить таких ЧСВшников на место. С ФБшкой, с роумами не может ничего сделать. Говорит, я тебя изи переиграю. Переиграл? Проверяй. Походу, переигрыватель сломался у него. Вообще, это не моя стилистика вести себя так. Когда там чела выиграл, да, писать, что он там... Вот это. Я вообще не люблю это делать. Но они сами вынуждают. КЗ. Откуда у них столько уверенности? Вот они пишут в чате, да я тебя там изи переиграю. Да блин, чувак. Кого ты там изи переиграешь? Ну, по факту. Я тебя буду всю игру хейтить. Правда, меня тут сейчас лицо сломают, да? Ладно, в четверых прыгнул, сдох. Но мне главное дэмэдж плюс хейт. Мне самое главное хейтить его, чтобы он морально проседал, этот чел. Он еще и стрим слушает, наверное. Ну что ж, а далее, конечно же, дело в шляпе. Максимально лютый хейт данного персонажа. Хорошо. Они бегут, 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 брат, пусти. Окей, буду драться. Еще закупчик успею сделать. Не попал единица, но я гений. Газ, газ, пол, газ, пол. Но я умер, да? Господи. С ручника не снял. Походу. Чисто, знаешь, чисто в дрифте пошел, брат. Хорошо. Уйдем, вот так сделаем. БМ зря юзанул. Хорошо. Хорошо, есть. Well,
Изи могу тебя переиграть, говорит. Заметьте, изи могу тебя переиграть, говорит. Что-то не получается. Он туповатый чел там. Он не понимает, что он, играя на винтре, и он сейчас в четверке играет. Ему нужно стоять максимально далеко. Иначе нет смысла вообще от него. Я почему его убиваю? Потому что это основная цель. Это как дазл в игре. Но он этого до сих пор не понял. Он бы это понял, знаете, когда? Когда я вот сейчас сказал, он стрим снайпит, он это поймет сейчас. Может быть, сейчас начнет сзади вообще тотально стоять. Ждать, пока его коры будут что-то делать. А они драку начали, да? Ладно, гоу. Изи обыграл. Красава. Я не буду ему ре пускать, алло. Какой ему ре? Пацаны, вы о чем вообще? За что ему ре? Что он такого сделал, чтобы ре ему давать? Что он сделал, чтобы ему давать ре? Вопросы. Кто он такой, чтобы я ему ре давал? Я лучше вам дам, нормальным, адекватным пацанам. Он сидел тут, говорил, да я изи тебя обыграю, да ты ни о чем, у тебя макро нуле, микро на нуле. Я не спорю, что у меня микро слабый. Я не спорю. Он говорит, макро переиграет. По макро ты никогда не переиграешь. Мне тоже дай слот, хочу изи обыграть. Нет, нет, я просто для себя. Что вот такого выскочку надо подпускать, ребят. Не, ну типа, понимаешь? Вот здесь, допустим, даже я тп-шу в спину, он не жмет глиммер, ничего не пытается уйти никак. Там видно, таких игроков сразу видно. Да просто много слов и мало дела. Крипы будут. Макро на нуле, брат. Макро на нуле. Даже БКБ-ху не жал. Зайду с фейка, говорит, выиграю. Ну ладно, когда-нибудь выиграю с фейка, говорит. Шесть крипчик. Все, ГГ. Говорит, с фейка зайду, тебя выиграю, с фейка. Ой-ой-ой. Ну что же, давайте подведем итоги. Что должен был делать в данной игре игрок на винтере? Безусловно, если бы он держал позиционку и блокировал мои дуэли своим третьим спеллом, или куда еще хуже, ультил в меня, а ведь его ультимейт работает даже через БКБ, то игра была бы крайне тяжелой для моего персонажа, но, как говорится, макро на нуле. Данный игрок не должен был идти мид, так как его скилл не позволяет ему отстоять центральную линию хотя бы удовлетворительно. В крипинге и в целом для пользы команды. Как говорится, микро на нуле. Что должен был я сделать в этой игре? Свою задачу я выполнил. Единственное, что хочу донести вам, мои зрители, будьте чуточку вежливы друг к другу. Если вы даже играете лучше кого-то, не афишируйте это. Не колотите себя в грудь, что вы очень крутые и тому подобное. Все, кто со мной с самого начала, подтвердят. Я никогда не говорил, что я какой-то супер крутой, очень сильный и все в таком формате. Я играю, как играю. Стараюсь уважать и помогать всем, кто заходит ко мне, и неважно, какого уровня игрок. Данное видео я создал не для хейта данного игрока, а в развлекательном формате, поэтому, если кого-то обидел, прошу прощения. Полную игру вы можете посмотреть после этой нарезочки. Ну а на этом все. С вами был Ксеназис, уважайте близких, не ругайтесь и до скорого. Свидеть курьером, да ты извращенец! Давай, это не мой курьер, давай пропустим это задание, хорошо? Где-то в середине. Напомни мне, я сфижу. Просто в начале игры всю команду оставлять без курьера, но это...
Моя команда не виновата. Не виновата, брат. Всей толпой поиграть в катку можно. Ага, ага. Я понял. Пятером го. Забудьте гангать. Начинается. Начинается, пацаны. Не забудьте погангать меня в пятером. Гангать идут, да? Зайду, не факт, что поможет, но... Красава, Валентин, спасибо. Сейв засчитан. Че там, брат, как фарм? Нормально все? Как красава. То, что меня сейчас будут насиловать, это, конечно... Но нет смысла давать ему. Я не знаю, там есть Cold Embrace? По-моему, нету. Спасибо. Justice fall.
Что это сейчас было? Почему он так подставился? We humans have to stick together. Humanity is in peril. I hate working with people. Right. Our brethren's town is under attack. Suits my purposes. Что стоило доказать? С ФБшкой, с роумами не может ничего сделать. Тем более Вентрой. Давай. Жми единицу, улетай. Страшно же. Более чем уверен, если я сейчас сделаю ре, возьму Вентру, я его переиграю. Вентру. Вентру и Легу. Спокойно причем. Вообще, мне кажется, без вопросов. Говорит, я тебя изи переиграю. Переиграл? Проверяй. Проверяй. Изи переигрыватель. Походу, переигрыватель сломался у него. Переигрыватель сломался. Забываю спросить, когда-нибудь Мид проигрывал? Конечно. Конечно, дядь. Я же не овер сильный игрок, чтобы каждый Мид тащить. Конечно, проигрывал. Меня загангивали, меня ломали. И причем очень жестко. Я могу вообще 0-3-0-4 Мид слить, причем жестко. Вообще в налину. Это нормально. Это нормально. Это нормально. Что надо писать, чтобы не могли писать личные сообщения? Слэш ДНД. Игнор АЛ и А, чтобы в игре не видно было ничего. Вообще, это не моя стилистика вести себя так. Когда там чела выиграл, да, писать, что он там... Вы, вот это, я вообще не люблю это делать. Но они сами вынуждают, хз. Откуда у них столько уверенности? Вот они пишут в чате, да я тебя там изи переиграю. Да блин, чувак. Кого ты там изи переиграешь? Ну по факту. Я тебя буду всю игру хейтить. Правда, мне тут сейчас лицо сломают, да? Ладно, в четверых прыгнул, сдох. Но мне главное дэмэдж плюс хейт. Дэмэдж плюс хейт. Кстати, там Гаргона. Гаргона гейзом будет очень много грязь сделать. Да, ДНД, правильно. ДНДшка. Сейчас next BM надо делать. Там Сларк еще, да. В лейте они, кстати, могут выиграть эту игру. В лейте у них все шансы. Че у нас по пику? Да не, в принципе, нормальный пик у нас тоже. Должны подтаскивать, парни. Мне самое главное хейтить его, чтобы он морально проседал, этот чел. Он еще и стрим слушает, наверное. Приветствую. Беру Энигму, тащу соло. Блин, красава. Энигма вообще для соло Соливарни вообще офигенный герой, дядь. Для Соливарни Энигма то, что надо, дядь. Поможешь? Единицу дашь, брат? Эх, жалко, ты мне не помог, вообще проигнорил просто. Я так дуэли не взял. Обида очень серьезная у меня сейчас на него. Почему не помог мне, брат? Что это? Куда ты там пошел? А, ты решил, короче, не помочь, пойти сфидить. Блин. Ты даешь, конечно. Хорош, левел есть. Меломан, соберись, брат. Зачем медузи фейзы? Чтобы быстрее муваться. Фармировать, брат.
Хорошо. Они бегут, 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 брат, пусти. Окей, буду драться. Еще за кубчик успею сделать. Не попал единица, но я гений. Газ, газ, пол, газ, пол. Но я умер, да? Господи. Ну, я не знаю, я так затягиваю. Сларка тоже мог убить. Но опять-таки в меня бегут сразу всей толпой. Ладно, все это мелочи. Честь. Ладно, будем сейчас немного по-другому играть. Будем играть в меру разумного. Забрали, ушли. Иначе я буду по КД фидить сейчас. Как в прошлой на Омнике, то же самое будет. То же самое будет. С ручника не снял. Походу. Чисто, знаешь, чисто в дрифте пошел, брат. Блин, люблю, когда ребята в чате на рофле. Спасибо, парни. Уважение. Уважение плюс, респект плюс. Погнали. Дает промах, когда... Мой радик дает промах, дядь. О, нету, как так? Зафармил. Твой радик дает промах, когда дуэль дает союзнику. Радик союзный всегда дает промах, дядь. Так, там вивер пошел фармивить, да? Хорошо. Inhuman beast. Right. Suits my purpose. Радник Юи. Можно ли форсануться в Black Hole? Нет. Не Magnetic Field. Ой, Magnetic Fail. И как этот? Магнетизм. Не магнетизм, ничего. Не поможет. Не форстав. Кук только может. Я ж ответил фейзды, чтоб муваться быстрее, дядь. Yes, yes, они зажались, короче. Стоят афакаша где-то. Right. Надо вард дочекнуть. Но у меня нет с этого, чтобы снять. Вард поставил. Лардар еще. Вся толпа. Не буду драться. Четвером там все. Че, пойдем, да? Го, попробуем. Хорошо. Уйдем, вот так сделаем. БМ зря юзанул. Спасибо за подписку. Как работает пиратская легиона? Чем больше народу, тем сильнее ударит и тем сильнее тебя ускорит. Тем сильнее ускорит. Надо дизарм делать. Сейчас дизарм будет. Будет по кайфу. Моя винтра здесь. Я не пойду дальше. Как вырастить? Научил дочь отжиматься? Нет, ты чё? Дочь учите отжиматься, на что это такое? Растет по чуть, но не так, чтобы там отжиматься или еще что-то. Зачем?
Пока растет. Там посмотрим, во что вырастем. Будем серьезными человеками. Хорош. Вард. Плексинона. Ладно, я пошел фармить. И Васион сделаю. Приветствую. Сильно тоже фанатеть этим челом нельзя, потому что нужно и не забывать про основные задачи. Хейт — это второстепенная задача. Захейтить всегда успеем. Тем более он вроде стоит со спины, это значит, что он всегда подзахилит, если я буду прыгать. Поэтому надо фокусить именно его. Подставляется — убиваем, не подставляется — не убиваем, все. Хорошо. Хорошо, есть кнопка. Я думаю, меня тут видно будет, да? Хорошо. Пойдет? Да, я бы армлет сделал, по кайфу было бы. Но мне нужен дизарм сначала. Не, озвучка хорошая, согласен. ПКБ здесь не факт, что поможет. Че у нас по второму кору? Второго кора нету, да? Вивер. Humanity is in peril. Ah, at last. Well, what are you waiting for? In memory of Taranis. Suits my purposes. Humanity is in peril. Right. We humans have to stick together. It's about time. Let justice fall. In memory of Taranis. Так, Цемку немного подставили, да? Да не дает герой, прикинь. Не дает, крутится влево-вправо. Я бы его тоже забрал сейчас. Не дает герой, крутится. Прикинь, сбил. Пойду Рошана жмыхну.
Алибард дуэли работает, что ли? Нет, ты чё? Как она будет работать в дуэли, брат? Дизарм я взял, чтобы линку сбивать, потому что Гаргона в любом случае линку сделает. Поэтому надо немножко перестраховаться. Перестраховаться надо. Эх, ну у меня просто ничего нету. Просто ничего нету. Что у меня там за артефакты вечно дропаются? Хорошо. Такой лох на виверне. Да, на виверне чел, который там выпендривается. Выпендривался в чате. Он говорил, на изи меня переиграет. Вон, бегает 1.68, с мида вышел. 1.68 играет. А мог бы сейчас изи уйти, говорит. Мне нужно было барак допушить, но не успел чуть-чуть. Вивер боится. Говорит, изи. Изи могу тебя переиграть, говорит. Заметьте, изи могу тебя переиграть, говорит. Что-то не получается. Он туповатый чел там. Он не понимает, что он играет на винтре, и он сейчас в четверке играет. Ему нужно стоять максимально далеко. Иначе... нет смысла вообще от него. Я почему его убиваю? Потому что это основная цель. Это как дазл в игре. Но он этого до сих пор не понял. Он бы это понял, знаете, когда? Когда я вот сейчас сказал, он стрим снайпит, он это поймет сейчас. Может быть, сейчас начнет сзади вообще тотально стоять. Ждать, пока его коры будут что-то делать. Понимаешь? Но он не додумывается, он тупой. Туповатый. В этом проблема. И он говорит, что у меня макро слабые. Он говорит, что у меня микро слабые. Интересно, сколько он в меду крипчиков добил. Такой парнишка. Такой парнишка. Интересный. Изи там выиграть, говорит. Изи выиграл. Изи выиграю, как он сказал. Я тебя изи обыграю. Этот видос даже можно, блин, выложить куда-нибудь, не знаю. Изи обыграю. Что бывает, когда тебе в чате напишут изи обыграю? Вот что бывает. Изи обыграю, говорит. Ладно, я не буду терять время. Стою, выжидаю. Они драку начали, да? Ладно, гоу. Изи обыграл. Красава. Даже глиммер не жмет.
Изи обыграю, макро на нуле. Слабый, слабый стример. Да, ё-моё. Но я, скорее всего, умер. Скорее всего, умер. Нету ни БКБх, ничего, ракета уже летит, летит заряд. У меня ничего просто нет. Я не буду ему ре пускать, алло. Какой ему ре? Пацаны, вы о чем вообще? За что ему ре? Что он такого сделал, чтобы ре ему давать? Что он сделал, чтобы ему давать ре? Вопросы. Кто он такой, чтобы я ему ре давал? Я лучше вам дам, нормальным, адекватным пацанам. Он сидел тут, говорил, да я изи тебя обыграю, да ты ни о чем, у тебя макро нуле, микро на нуле. Я не спорю, что у меня микро слабый. Я не спорю. Он говорит, макро переиграет. По макро ты никогда не переиграешь. Там больше нет смысла разговора. С ним разговаривать нет смысла, пацаны. Мне тоже дай слот, хочу изи обыграть. Нет, нет, я просто для себя. Что вот такого выскочку надо попускать, ребят. Надо попускать. Такого выскочку надо попускать. Кстати, это сегодня второй чел, который меня забайтил на слот, не поверите. Второй. Да я не буду с ним играть. О чем речь? Там все и так понятно, пацаны. Расслабьтесь. Пойдем, заберем. Надо придумать урину... Урина рубрика. Что такое урина рубрика? Я не хочу ссать. Урина рубрика. Рандом, да, я сказал. Если кому-то герой не нравится, можете рандомнуть. Я герой оставил. Он не рандомил, значит был уверен, что на винтре выиграет. Не, ну типа, понимаешь, вот здесь, допустим, даже я тпшу в спину, он не жмет глиммер, ничего не пытается уйти никак. Там видно, таких игроков сразу видно. Это просто много слов и мало дела. Поверьте мне. Он того не стоит. Пусть за разбан полтораху кидает и за слот сотку, пожалуйста. Тогда запущу его. Не иначе. Так, это иллюзия. Хорошо. Сейчас бы повардить немножко. Так, организация идет, да? Крипы будут. Макро на нуле, брат. Вообще изи крипочек какой-то. Я вообще не чувствую. Сейчас я БКВ нажму, пацаны. Если нажму. Хорошо. Макро на нуле. Даже БКБ их унижал. Зайду с фейка, говорит, выиграю. Ну ладно, когда-нибудь выиграю с фейка, говорит. Эх, КДшка была, найс успел я. Choose to stay through all the pain. I know you too.
Все, ГГ. Говорит, с фейка зайду, тебя выиграю, с фейка. Ой-ой-ой. Fade away.